Лех, и у нас сегодня Call of Duty Mobile, она наконец-то вышла. В плеймаркер. Да, многие люди ее не могли скачать, потому что были... Кому-то была лень, кому-то еще что-то. Поэтому. Твоих нафиг. Лучше снайп возьму. Это прогресса больше будет. Сережа, хочет убить уже один человек по имени Настя. И что? И похуй. Вот на сбой идет. Да, все равно сейчас я потом все покажу после одного боя. Собака. Сзади только крыса подходит, знаю об этом. Headshot! Enemy down!
Откуда? Ну сейчас будем нас оттуда выгонять. Сука, я одно там бесконечный патрон. Опять поражение. Что за дело, пацаны? Так, еще нужно показать, как снайперка стрелять. Надо. Ну, ты будешь грузиться? Один уровень. Так, что у нас тут есть это?
А вот там заменить на... Вот тут. Заменить на автомат. Так, вот у нас вот всякие скины, которые мы можем получать, я не вот. Я что-то могу получить? Или я так сегодня играл, что я почти все получу? Ну, пока ничто. Вот у нас тут оружие. Золото. Пока одна снайперка, больше на снайперах нету. Дробовики, ракеты, всякие гранаты. О, какой-то интересный жим открылся. Есть, может, режим зомби? Либо, знаете, какие-то шутерские. Но то, что тут дофига режимов, мне это радует. Или это паб будет? Подобие. Я понял, мы залутались. Пацаны, смотрите, правда папка? Охренеть. Давайте тут высадимся.
Они, пацаны, папка. Боже мой. Что творят люди? А чё, у меня хорошая позиция. Так, еще раз, два, три, четыре, пять, тихо, а тут как быть? Я не понял, ты что, было против зомбаков? Тут даже транспорт есть, пацаны, охренеть. Офигеть. Офигеть. Ай, против монстров. Вроде посмотрим, пацаны играют.
Никогда не видел. Даже лишь папка, куда окон оставляет. Убили. Пацаны, прикольно. Ну то, что я убил одного человека, тоже что-то радует. Получается, тут. А, против зомбаков. Я думал, как папка, а это кажется против зомбаков, да, вы, наверное, у нас. Понятненько. Что там, а получается, что из... Получается, там, что из машины там нельзя стрелять, а? Получается так, что из машины нельзя стрелять. Это пока у нас недоступно. Поэтому что, вот такие у нас дела, пацаны, вышла у нас такая игра. Поэтому скачиваем, поиграем. Всем и вот. И всем пока.